Приветствуем всех на канале Див Кладоискатель. Мы сегодня с Иваном что хотел сказать сразу. Иван купил новую катушку для Аськи. Смотрите, какой руль. 13 дюймов. Ну, я со своим эквиноксом. Так, приехали мы опять на это поле. Будем надеяться, чешуйку и петровские монеты мы будем подымать и сейчас бомбить. А вы не переключайтесь, ждите находок. Есть, я даже не поверил, бля. Опять земле сигнал такой был четкий, 12-13. Чешуйка! Хоть посмотреть на нее, как она выглядит. Вот она красавица. Что ты тут распищелся? Сейчас покажу на большую камеру. Ура, у нас первая находка и сразу чешуечка. Смотрите, какая красавица. Класс. Уже не зря приехали. Двигаемся дальше. Смотрите, какой у нас сигнальчик. 19. Чистоган прям. Ну-ка. Без всяких призвуков. Монетка. И что это у нас такое? По-моему, полушка, блин. Петровская. Ой, без перчаток я просто. А какая чистота! Ё-моё! Слушай, а не полполушки? Полполушки, если это вообще раритет, блин. Полушка. Не три ее, они это, боятся этого. Ё-моё, какой сохран, охренеть просто. Сейчас покажем на большую камеру. Смотрите, какая красота. Вот, пожалуйста, выбитое поле. Охренеть просто. Двигаемся дальше. Чешуечка у нас. Не знаю, я перед этим снимал, как ее доставал, искал. Похоже, камера не сняла, зараза. Чешуйка. 9-10 звучало. Ну, какая-то сплющенная вся, лысая. Сейчас покажу побольше, на большую камеру. Ну, походу, это чешуйка. Но настолько гладкая, что вообще непонятно, что там было. Но факт есть факт. Чешуечка еще одна. Двигаемся дальше. Вот, хотел сказать еще лишнее подтверждение того, что выбитых мест не бывает. Здесь вот нашел чешуйку. Вот в 3 метрах яма. Вот с этой стороны яма. И с этой стороны яма. Вот так. Двигаемся дальше. Сигнал такой 16-17. Здесь была ямка раньше. Несколько лет назад копали. Но либо не выкопали, не нашли, либо просто нашли и бросили здесь, в этом же месте, то, что нашли. Бывают и такие товарищи, которые нам не товарищи. Надо забирать все. А вдруг здесь что-то путное? Ну-ка. Ну, отдает что-то в чернину. Что это такое у нас тут?
Так, ладно, долгая история. Если найду что-то путное, покажу. Выкопал емищу такую, чтобы найти вот такую шмурдятину. Медная какая-то полосочка. Вот так бывает тоже. Цвет бьет. Ребята, мне кажется, здесь чешуя. 8, 9, 10, 11. Главное, что когда перекрещиваешь, сигнал не меняется и не бьет чернину. Эквинокс очень четко разделяет цели. На мультичастоте особенно. Ну-ка, 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 ну-ка. Я почти, ну, на 90% уверен, что здесь чешуйка. Так. Ну-ка, давайте полностью процесс. Так вот, раскамывать, разламывать ком. Вероятность того, что зацепишь чешуйку, мизерная. Ну-ка, ну-ка, где ты там? Здесь. Где-то здесь. Без пина будем. Где ты? Нет. 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 Ну где ж ты? Сейчас наушники беспроводные отключил. Не знаю, будет слышно или нет звук. Но так вдалеке должно быть слышно. Где ж ты? Ну что-то вроде здесь где-то не глубоко, наверное. Уже уменьшается вероятность, что это чешуя. Здесь что-то, блин, это не глубоко. Проволока или медная какая-нибудь херь. Ну, будем надеяться. Звук пока не меняется. Что это такое? Это вот пуля. Такая медная, старинная пуля. А вот она тоже так звучит. Зараза. Ну ладно. Это тоже артефакт. Смотрите, какая пулька. Сейчас покажу на большую камеру. Интересная пуля. Вот такая зараза попалась. Пулька. Ну, звучит прям как чешуя. Обидно. Ну, тоже находка. Интересная. Берем. И двигаемся дальше. Что-то Ивану сегодня не прет. Пока. Вот у Ивана сигнал. Прям чистоган 12. На чешую похоже. А он не может найти. Почему-то. Большая катушка, блин, она центр плохо ищет. Но, блин, то, что не глубоко, скорее всего. Проволока. Железячка какая-нибудь. У меня так четко. Пиздец. Ты слышишь даже наушника? Да. Вот она, проволока, сука. Алюминиевая. Ну, видишь, она. Не, маленькая катушка лучше. Вот родная штатная. А что ж ты не взял-то? Не да подумал. Вот она у меня дома лежала. Это я, не, я к ней пока что-то никак не привык. Но она ложных сигналов до хера дает. Ну, чуйку. Еще ямку вон там посмотри. Ага, чуйку сбрось. Да уже сбавил все тут. И на всех металлах вообще она разрывается непонятно что-то. Вот, Иван, видишь, тоже молодец, закапывает яму. Ай, ребята, кто не закапывал, смотрите, что, я задолбался за вами закапывать уже. Ну, что это такое, закопали яму, что ли? Ну, ребята, ну, не надо быть свиньями, кто там ходит-то? Ну-ка еще раз. Проверяем Аську на
чешую. Ну-ка. Да не глубоко-то видит ее. Вот так уже не видит. Да. Сантиметров 7, наверное. А какой сигнал ты? Что там тебе показывает? Вот она бит. Ну да, она в принципе так и должна бегать где-то вот в этих на серебро, она где-то вот здесь и звучит. Так, а теперь ВРПшка как? Ну-ка. Ну. Вот прям чистый вот она. Повыше. О, ВРПшку-то видит намного. Но правда по воздуху тоже не очень-то глубоко. Прям скажем. Не, хорошо это. На нее хорошо она звучит. Проверили, протестировали Аську. Двигаемся дальше. Сигнал был четкий, 17 плюс. Ну, за счет того, что большой. Наверное. Смотрите. Это вот. Я сначала подумал, это вот может из-под этих. Ну, сапоги вставляли. Эти хрен ее знает. Что-то старинное. Кто знает, что это такое? Отпишитесь. Ну, брать не будем. Все уже сгнило. Двигаемся дальше. Фу. Прям рядом с дорогой. 9-10. Сигнал такой четкий. Но что-то у меня чешуйка-то звучит выше. Скорее всего, очередная дробь, наверное. Сейчас проверим. Проверим, сейчас мы их проверим. Походу, не глубоко было. О, что-то есть. Что-то есть. Он так громко орёт, блин. По-любому не чешуя. Проволока заряда. Вот мелкая проволока тоже так же звучит. Еще один сигнальчик у нас. Достаточно глубоко было. 8, 9, 10. Не на поверхности, уже обнадеживает. Меньше вероятность, что это проволока. Больше вероятность, что это у нас чешуйка. Ну-ка, ну-ка, давай. Чешуйка нам нужна. Давай, 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 давай. Где ты тут? Где ты тут? Ну-ну-ну, давай, давай, давай. Вылази. О, где-то здесь. Блин. Опять. Вот в этой местности медных вот таких вот хренотеней полным-полно. Блин, звучит как чешуя. Нет, это не чешуя. Ладно, двигаемся дальше. Ну вот, походу, сегодня, на сегодня все. Сегодня надо пораньше домой. Работа. Не сказать, чтобы ничего не нашли. Вернее, все не нашел. Три монетки. Вот Ивану сегодня что-то не повезло. Он никак не проноровится к новой большой катушке. 13 дюймов, вот эта Magic Lab, она шумноватая все-таки. Приходится загрублять. Вот у меня на терке была тоже Magic Lab. Шумноватая она. Стерней боится, приходится загрублять чуйку. Хотя вот вчера он ходил в лесу, настигал там советиков, обновил уже катушечку. А сегодня не судьба.
Сейчас придем, домойдем до машины и покажу, что мы там накопали. Вот и покопали мы сегодня. Что нашел я? Смотрите, какая красота. ВРПшка. И две чешуйки. Ну и дробь задолбала. А пулька куда-то уронила. Что-то лень искать, она нахрен не нужна. Так, на этом все. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся на канал. До свидания.